Бланк подключался к атаке. И с трудом сейчас Малафеев боролся с ним за этот мяч. Посмотрите. Пас опасно. И только Малафеев. Браво, Слава, но Майер был первым у мяча. Да. Все-таки защитники «Зенита» растерялись. Теряет игроков штрафной. Посмотрите. Кирица, но Майер это вообще сейчас в Ещице потерял. Ещица не понял. Кирица был за спиной. Надо помогать полузащитникам, да и нападающим тоже. Опасно! Это уже Кирица сейчас пропустил мяч. Да, вот это здесь. И Кирица, и в Ещице. Бланк. Денисов, удар! Блестящая разыгранная комбинация. Кто же был на опережение-то? Сыграл. Кирица. Денисов делает передачу. И Кирица. Смотрите, мяч проходит рядом с левым верхним углом. Седьмой это Пласхенрих. Майер на острие атаки. Вот это немецкий футбол. Когда мяч, не задумываясь, смотрите, передача сюда, по диагонали. И Майер пробивал. Удар! Ну я же говорил, три раза сказал, что Ещица должен быть очень внимательным. И мяч пролетел над его головой. Майер, все-таки Майер добился успеха. Но сейчас Ещица был, если ты чувствуешь, что не дотягивается до мяча, разворачивайся и беги назад. Посмотрите, передача за спину. Но если ты не достаешь до мяча, а Кирица не успевает подстраховать. И Кирица тоже, конечно, этот эпизод свой. Один нападающий, два защитника. Ну как же с ним не разобраться? Опаздывает. Майер 1-0 подтвердил. Та минута Майер открыл счет. Вновь опасный момент. Удар и Малафеев. Только Малафеев. Фиэль, испанец Фиэль атакует. И смотрите, какая зона между Ещицей и Кирицей. Вот она просто, эта зона, она раскрыта. Но опять только чудо сейчас спасло «Зенит». Не справляется в обороне. Не справляется «Зенит» в обороне. Здесь опять. Бланк под удар. Удар! Штанга! Из Англии футболистов. Но вот у нас есть сообщение, что Севилья выигрывает у греческого АЕКа 2-1. Параллельно идет матч. А, не, извините, извините. Хотя, да, 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 все правильно. Я уж посмотрел. 15-го Севилья с Лилем будет играть. Киржаков первого мяча, он врывается в штрафную. Идет еще дальше. Но пенальти должен быть. Точно, так оно и есть. Молодец, Саша. Как же он правильно делал. Как же правильно делал Киржаков, что он не пробивал, потому что неударная была позиция, а он шел, он шел. Арбитр показывает, он все видел. Ну что ж, ну кто же, вот смотрите, точно по ноге. Но кто должен пробивать? Киржаков, да, мы знаем. И даже в новостях об этом сообщили. Но посмотрим. Итак, Александр Киржаков. Нет, это кольцо не Киржаков. Подождите, а секунду. Да, Радимов у мяча. Спокойно, Влад. Гол! 1-1. 1-1. Молодец, Влад. Взял на себя. Потому что все-таки Киржаков... Он же столько бежал, устал. И здесь точный удар в правый угол. 1-1.
Но когда старший все-таки не так мобильный футболист. Ну почему же он один-то? Да что ж ты падаешь-то? Удар! Еще! Молодец, Малафеев! Ну, Маришу разве можно было падать в этом моменте? Защитник, который падает, он отыгран. Все, он уже вне игры. А Малафеев каков. А посмотрите, здесь успевает. Денисов. Эх, посмотрите, там Аршавин слева был. Но хорошее. Быстрое развитие атаки. Все было правильно. Простим сейчас этот неточный удар Игорю Денисову, потому что он же уже был штрафной. Но если бы он еще посмотрел. Пас! И опять посмотрите. Первое отсечение пришел. Ну кто-то ждал. Аршавин. Удар. По штрафную. Шир. Пас вдоль ворот. И гол! Или вне игры. Офсайд. Зенитовцы. Но был проход великолепный. И уже удар. Малафеев. Еле достал Малафеев. Но лучше Малафееву не выходить было из ворот сейчас. Смотрите. Не задел мяч? А мне кажется, задел, да? Нет, не задел. Тоже забивной футболист. Малафеев. Сережа, вы меня слышите? Опасный момент! Нет, это связь. Да, снимите, пожалуйста, эту связь. Не надо. Еще раз, вот бланк. И опять вот, обратите внимание, Вещиц. Жаков. Вошел в штрафную. И не нарушать правила, не бросаться. Вот и все. Малафеев. Ой-о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 й. Вадимов. Удар! И мяч проходит рядом со штангой. Да. Влада сегодня на таком ровном поле. Это так на него не похоже, но увы. Ну что ж так долго задержался-то, Влад? Значит, задел все-таки Малафеев мяч. Смотрите, как Михалков. Точно закручивает мяч туда, в дальний угол. Но почему все время подхватывает мяч футболисты в белой форме? Да, как бланк сейчас высоко прыгал. С трудом Малафеев сейчас. Нельзя было ждать этот мяч. Надо было выходить навстречу. Влад Радилов правильно руку убрал назад, чтобы не в мяч попал. Даже нет это. Рольфес. Удар! И только Малафеев. Нет, наверное, надо Власа выпускать сейчас. 76-я минута. Пас. Удар. Горшковый мяч. Ворота. Гол. Гол. Браво. Молодцы, ребята. Как Влад Радилов сейчас, знаете. Коля ловил. Как Влад Радилов сейчас ухмыльнулся. Знаете, такая усмешка человека, который что-то знает. И точно Саше Горшкову на голову. Точный пас. Здесь Горшков точно переводит мяч в ближний угол. Вот это гроссмейстерски. 2-1, Зенит впереди. Жаков. Пас Гартику. Гартик штрафной. Пас под удар. Эх! И вот теперь Киржаков. Попытка обыграть. Уходит от одного. Удар! Их не дотянулся. Как хорошо набегал сейчас. Кажется, это Кирица был, вы знаете. Или игры нет. Киржаков входит в штрафную. И Саша. Удар. Вышел. Только не бросаться. Не бросаться. Удар. Молодец. Кто бьет? Удар. Молодец. Радима. Но ворота пусты.
пенальти. Смотрим, что делает. Ну еще, вот там, видите, упал. Ивелума. Неужели рукой держал, а? Удар! Вот, здорово. Бланк делает счет 2-2. А Плакбарт, которого выпустили, чтобы он помог, а он заработал пенальти. Даже если он просто рукой обозначал, придерживал, он не прав. 2-2. Обидно. 89-я минута матча. Но заметьте, великолепно. Посмотрите, с какой мощью.